Вторая жизнь старых шин. Автомобильные покрышки, отслужившие свой срок, могут снова стать полезными, правда, после переработки. Получаемый материал, резиновая крошка, применяется в различных сферах, в том числе в строительстве и благоустройстве. С проектом завода по переработке таких покрышек на инвестиционный час вышли предприниматели. Планируемый объем инвестиций – 55 миллионов рублей. Предполагаемое количество создаваемых рабочих мест – 40. Это будет производство, которое будет производить именно фракцию, которая будет использоваться именно на детских площадках, медицинских учреждениях, перинатальном центре, который сейчас строится непосредственно, потому что оно является нетравмоопасным, даже при падении, даже люди с ограниченными возможностями будут удобно передвигаться по данным покрытию. Если взять, предположим, любой шиномонтаж, который стоит на региональной или федеральной трассе, то есть углубиться в лес от этого объекта, то у вас там на неделю хватит как бы объемов. Это реально, мы понимаем все, поэтому много работаем. И главное, много работы для того, чтобы очищать территорию. И нам, конечно же, предпочтен ваш проект на территории Щелково-Спального района. Вот. Предпринимателям предложили для рассмотрения участок земли в сельском поселении Огуневское. С проектом реконструкции старой бани в Монино выступили представители компании «Вадир». Предполагается создание банного комплекса с мужским и женским отделениями, а также косметическим кабинетом и фитобаром. Работы уже ведутся. Объем инвестиций порядка 5 миллионов рублей. Предпринимателю необходима помощь в техническом присоединении здания. Работы в бане выполнены на 80%. Вот, мы сейчас подключаем тепло и планируем открытие с 10 по 15 сентября уже. Мы все понимаем, для чего все это делается. Для развития нашей экономики микробизнес просто необходим, потому что основная часть налогов идет от микро, малого и среднего бизнеса, бюджеты всех уровней. Мы, конечно же, будем поддерживать. Такие инвест-часы в администрации района проходят регулярно. Здесь всегда ждут предпринимателей с перспективными проектами. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».